Животные Кишиневского зоопарка, самого крупного в стране, отдохнули от посетителей во время всеобщего карантина. И вот уже полтора месяца, как снова принимают желающих. И их с каждым днем все больше и больше. Однако уйти от городской суеты и большого скопления народу, и при этом провести время с четвероногими, можно не только в столице, но и за ее пределами. В 13 километрах от Кишинева, в селе Бардер, обитатели мини-зоопарка тоже рады детям и их родителям. Правда, принимают посетителей уже по новым правилам. В зоопарке только семьи, и это не случайно. Новое правило – обходить можно только таким составом, плюс соблюдение физической дистанции от других посетителей. Так, не ты винял компании, да, сидел на увечине, брат, сурор, акума интри дуар кутё фамилия ку интервал де тимп. Дечь о фамилия интрат, а дурат чеба тимп, 10-15 минут, интра дова фамилия. Посещение длится максимум час. Ограничение времени появилось для того, чтобы избежать большого скопления людей. Конечно, после гнать вас оттуда никто не будет, но администрация надеется на ответственность и понимание граждан. Наша съемочная группа посетила зоопарк в будний день, когда, конечно, людей немного. Однако в выходные число желающих увидеть животных утраивается. Оттого и необходимость в новых мерах. Наличие маски теперь одно из правил этого зоопарка. Носить его должны все. Все, кроме животных, поскольку вирус от животных человеку и наоборот не передается. Но если вы все-таки решите прийти и посмотреть на этих милых созданий, помните, что без нее вас не пустят. Шотландская мини-пони Гера от маски нос воротит. Оно и понятно, она ей ни к чему. А вот посетителям нужна. Многие относятся с пониманием. Не адаптам. Лачечь есть. Мы бенесвим все горько с этим протяжаться. Nu putem sta doar acasă și încercăm să ne conformăm cerințelor, așa încât utilul cu plăcutul. Правило установлено предприятием на основании решения властей. Некоторые посетители не склонны с ним соглашаться, но приходится. Если не соблюдается дистанция, надо ходить в маске. Я думаю так. А если соблюдается дистанция, то, конечно, можно и без нее обойтись. Вот я считаю, сейчас, как пока здесь никого нет, я с дочкой, я могла бы ее снять. Марина с дочерью Натальей приехали с детьми посмотреть на животных. О новых правилах не знали. Чуть не пришлось возвращаться обратно в Кишинев. У нас просто маски всегда в машине, как бы на всякий случай. Поэтому мы пришли, нам сказали, что нужно надеть маску. Мы вернулись, ее надели и, в общем-то, вот соблюли правила. Тем временем сотрудники фермы в масках весь рабочий день. И даже с животными частенько общаются именно в ней. Оказывается, пернато-хвостатам масочный режим тоже не по душе. Лукраторы, которые работали, мы же знали, что были стресс, шок. Потому что не видел очи, не видел... Как не дай, анималуцели знают персонали, которые хранят, и знают персоналу. Но они имеют очень хорошо развитие. Și stăpânii și-i cunosc după miros. Unica problemă care chiar nu le place mirosul ăsta dezinfectant. În rest, totul e bine. Мини-зоопарк в селе Бардере работает ежедневно, за исключением понедельника, когда учреждения закрывают на санитарный день.